В Солигорском районе 1500 молодых людей впервые смогут принять участие в электоральной кампании и прийти на референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Среди впервые голосующих немало активистов БРСМ. Лидеры районной организации поздравляют тех, кто пришел на избирательные участки, и вручают им памятные сувениры и подарки. Таким образом, хотим мы поздравить наших активистов. Для них это первый опыт в жизни. Я уверен, что они подходят к этому серьезно, взвешенно. Они изучили, какие предложения вносятся в проект Конституции, потому что это гражданская ответственность, прежде всего, прийти и осознанно проголосовать, зная, за что ты делаешь выбор. И я уверен, что наши активисты придут на избирательные участки проголосовать, и особенно впервые голосующие, осознанно, с пониманием сути вопроса. Ольга Ракович, учащаяся Солигорского государственного колледжа, в день основного голосования будет наблюдателем на участке для голосования, поэтому пришла проголосовать досрочно. К своему первому участию в электоральной кампании девушка подошла осознанно. Для меня это очень важно, принять важное решение в жизни государства, потому что я буду в будущем жить, и хочется жить по новым правилам, а не по старым. На самом деле, да, очень волнительно, вдруг неправильное решение, но для себя я приняла решение, что лучше будут новые изменения, новые правила.